какие-то способы совершения преступления, там, залазили через окно, либо просто могли взять монтировку и выломать дверь. Как бы. Сейчас это уже, чтобы выломать дверь, очень, ну, редкий случай. Они все равно присутствуют, но как бы редкий случай. Вот. А в основном как бы это скрывает, а скрывает замок. Соответственно, раньше замок был один, сейчас он более все равно совершенствуется, более механизм, и люди обучаются, люди все равно как бы под эти замки подстраиваются, руку набивают и ищут новые способы, как открыть этот замок. Поэтому какой бы замок был бы крепкий и надежный, все равно со временем сходится. Замок, в любом случае, подвергается либо какому-то механическому воздействию, то бишь как бы способ либо подобрать, либо сломать, то бишь они этому всему тоже ведь научены. И поэтому замок – это небольшая преграда. Вопрос всего времени. Вот надежные двери, все равно как бы они там, тамбурные двери, сигнализации – это очень существенная для них преграда, потому что даже если вы открыли двери за работу обычный ревун, прекрасно поймет, что это, в принципе, сигнал к тому, что надо бежать.